начались сборы? Как первые ощущения? Ну, в принципе, рабочие. Первая неделя была более такая втягивающая. Сезон-то всегда тяжело. Аэробная работа и в тренажерном зале работаем на силу, но никому легко, я думаю, не бывает. Поэтому сейчас уже пошли двухразовые тренировки и нагрузки посерьезнее. Потерпел пару месяцев, все, играть будет. В общем, все как обычно. Что выберешь, силовые тренировки или беговые тренировки? Какие-то силовые, не беговые, с мячом. Футбол играет, бегать и дурак умеет. Январь месяц всегда тяжелый, особенно по температуре. Как тренироваться на улице сегодня-то повезло в манеже, а так обычно. Ну, мне кажется, на улице приятнее все равно. Тут как бы закрыто, и, мне кажется, дышать тяжелее. Пока выходишь с нары не размятый, понятно, что будет чуть прохладнее. Потом уже втягиваешься, даже не чувствуешь. Ну какой твой личный секрет? Как ты не мерзнешь на весь такой футбол? Ну чуть потеплее одеться. И, ну, я же говорю, надо быть разогретым всегда. Всегда будет движение. Как говорится, движение – это жизнь. Вы сейчас живете на Динамо Юни. С кем ты живешь в одной комнате? Тяжело догадаться. С юмористом Тросяном. Как готовитесь? Будет первая товарищеская игра в субботу против Выслочи. Как подготовка проходит? Подготовка? На что делаете акцент сейчас? Пока? Ну, главное не упасть и по мячу попасть. А там уже будет видно. К сезону готовимся и все. Что тебе больше всего нравится на сборах и что тебя больше всего бесит? Больше всего бесит? Я думаю, не всем нравится бегать. Никому не нравится, просто надо. Ты всегда ждешь, чтобы только быстрее бы играть, скорее бы закончился этот предсезонка. Вот и все.